Ты мелкий недоумок! На той неделе накопи побольше денег. Ты зачем играешь с девчонками и детскими игрушками? Ты телегу моей матери почистил, как я велел? Помоги! Убери его от меня! Он повсюду ходит и бьет маленьких! А ты ведь сильный! Он тебя точно испугается! Чё тебе надо? Не видишь, я соплю мучаю! Он меня достал играться с моей сестрицей и ее дурацким мишкой! И не хочет мне мишку отдавать, потому что я ему башку оторву. Я ему сказал, не будет слушаться, я ему жизнь в кошмар превращу. О нет, то этот гад ко мне пристает, и ты меня тоже бьешь. Просто мы с Эмили хотели поиграть с мишкой. Вы хоть скажите, что я сделал-то? Ну, забирай мишку, если ты тогда отстанешь. Ты зачем играешь? Ой, и ты то... Бей! Я иду за ним. Право слово. Куда же мой муженек? Эй, Ами... Так, я поймал тебя, негодник. Мне сообщили, что ты совершаешь плохие поступки. Агрессия в отношении одного или более лиц без разрешения стражи. Подобное поведение недопустимо. Будь ты взрослым, тебе... Задумайся, мой юный друг, стоит ли так поступать? Пока что я тебя оставлю, но подумай о моих словах. Если не хочешь провести ночь в каталажке, уйди с глаз моих! Я участковый стражник. Меня бить не следует, если не хочешь провести ночь в каталажке. Уйди с глаз моих! Что? Опять ты? Я постоянно слышу о твоем хулиганстве. Напомнить, о чем идет речь? Агрессия в отношении... Ты понимаешь, что... Ступай и веди... И где это мой муж, бездельник, шляется? Небось, с бабой какой-нибудь? Я ему дом содержи, детей расти. А что в ответ получаю? Кукиш! Если ты его найдешь, скажи мне, ладно? Товар в ассортименте! Ой! Ты сошел с ума! Ужас! Подход! Иди ко мне, моя тыковка. Ой. Что? Да я просто... Я впервые вижу эту женщину. Слушай, сынок, не болтай об этом. Идет? Моя жена сидит дома, а я должен быть на работе. Но человек имеет право делать, что ему нравится. Согласен? Слушай-ка, если ты сохранишь это в тайне, я тебе дам золотой. Молодец, мальчик. Вот тебе монетка. Мой тебе совет, не привязывайся ни к одной бабе. О себе заботься. Все остальное ерунда. Право слово. Дети уже взрослых бить стали. А ну, брысь отсюда! Что? Я постоянно слышу о твоем хулиганстве. Ступай!
ассортименте. Попомни, он кончит на виселице. И где это мой муж бездель? Небось, с баб? Я ему дом сади. Если ты его найдешь, скажи мне. Небось, по бабам пошел. Если ты его увидишь, скажи мне, будешь молодец. Товар в ассортименте. Ох. О, вот хорошо-то. Слушай, мальчик, сделай одолжение. Мне надо сходить, знаешь, по зову природы. А ты постой тут, посторожи склад. Вот молодец. Просто стой между штабелями и с места не сходи. Когда вернусь, отблагодарю. Все, я ненадолго. А мой брат говорит, что в бочках на складе бывают всякие штуки. Скорей, пока мужик ходит, разбей его бочки и погляди, что в них. Если не боишься, если ты не трусишь, как девчонка. Ну, пошли, чего поломаем. Так и будешь там стоять, как тупой. Ага, давай, крыши. Ты чё? Скажи, так и сели. Ты просто молодчина. По складу, будто слон прогулялся. Зря я тебе это дело доверил. Ну, если узнаю, что это ты, надейся, что не узнаю. Эй, малыш, осторожней с ними. Ой, я потерялся. Его оставила, а где, не помню. А ему надо заплатку поменять, а я не могу его найти. Помоги, а? Ози, это такой плюшевый мишка с синей заплаткой. Пожалуйста, найди моего мишку, Ози. Ози, большое спасибо. Пойдем, Ози, поменяем тебе заплатку. А!
поросенок, я иду за ним. Что? Опять ты? Я постоянно слышу от унично оставляй агрессию, активность, ты по ним вступай. Товар в ассортименте. Я человек слова, так что вот тебе за добрые дела. Но не думай, что на хулиганство я буду смотреть сквозь пальцы. Постарайся не лезть в неприятности. Ради меня. Итак, тебе хватит денег на подарок для Терезы? Много всего хорошего! Вряд ли хорошо так обращаться с незнакомцем. Привет, я торговец, брожу по свету, покупаю да продаю всякие товары, особенно для таких славных ребят. Одна девочка сказала, что у тебя есть сестра, и у нее сегодня день рождения. А подарка у тебя еще нет, как я вижу. У меня случайно имеется весьма чудная коробочка конфет. Улыбка на лице любой сестры гарантирована, причем всего за 3 монеты. Изволь, юный сэр, и поздравь от меня сестру с днем рождения. Что? Опять ты? Я постоянно слышу о твоем хулигане. Оставляй активно. Ты понимаешь? Ступай! И ведь... Не знаю, что с тобой делать, парень. Непредсказуемый мальчишка. Не знаю, что с тобой делать, парень. Привет, братик. Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день, как в том году. Извини, что я тебя ночью разбудила. Мне опять снился страшный сон. Как будто я играю тут на поле, а потом что-то случилось. Но я не помню, что. Хотя это ерунда. А вот подарка я еще не получила. Я знала, что ты мне подаришь конфеты. Все как было во сне. Пойдем домой. Мама может с минуты на минуту появиться. Подожди! Что-то не так! Разбойники! Это все по правде! Они здесь! Тебе надо спрятаться! Готов! Зло пришло в Оуквейл. Разбойники с огнем и сталью, сжигавшие и рубившие все на своем пути. Но
Ночь озарилась кровавым пламенем. Люди кричали и молили о пощаде, и вскоре улицы были завалены телами. Вот нападавшие дошли до последнего дома, где жила семья нашего мальчика. Его-то и искали жестокие убийцы. Отец встал на защиту своих родных, но не был он воином и пал смертельно раненый. Разбойники перевернули весь дом, но мальчика так и не нашли. Его мать и сестра молчали, несмотря на все пытки и угрозы. В результате злодеи увели обеих с собой. Спрятавшись в лесных зарослях, мальчик смотрел, как вся его прежняя жизнь обращается в пепел. Он остался один. Нужно уходить. Тут небезопасно. Они все мертвы. Ты ведь не хочешь к ним присоединиться? Тогда дай мне руку. Я думал, у тебя желудок покрепче. Идем. Побереги силы, мальчик. Не со мной тебе нужно драться. Ты, может, этого не понял, но это я спас твою жизнь. В Уквейле тебе больше делать нечего. Если б ты остался там, погиб бы вместе со всеми. Идем со мной. Меня зовут Мейс. Я глава гильдии героев. Ты, должно быть, слышал о ней. Во всем Альбионе ты не найдешь места безопаснее и роднее. Если же тебе нужна месть, только мы сможем помочь тебе в этом. Мы пришли. Я представлю тебя наставнику. Дальше он будет заниматься твоим воспитанием. Я привел тебе нового ученика. Отведи его наверх, в комнату к той девочке. На мой взгляд, на будущего героя ты не похож, но Мейс, наверное, знает, что делает. Что ж, иди за мной. Комната у вас будет на двоих с Уиспер, одной из лучших наших учениц. Утром с ней познакомишься. Сейчас она пошла в лес поиграть. Пока что тебе нужно поспать. Учеба начнется завтра.